Дима, я не знаю, что это черепах. Есть большие черепахи, которые очень долго живут. Броник Деннис. Я не могу убить его. Блин, я не думал, что у черепах такой язык, прям почти у человека. Знаешь, какая черепаха страшная, которая Которая шея сгамала. длинная. Да. Которая Короче, сгамала. есть видео в интернете, где ее подвешивают на этот. Ну, короче, хватается ртом за кран, из которого вода течет, да, и она как бы спускается вниз. И у нее, короче, шея вытягивается, там такая длинность сантиметров 40-30. Короче, она, знаешь, так долго вытягивается, она прям, короче, такая мерзкая, длинная, в конце она еще с таким суставом страшным. Фу, короче. Вот я нашел Гамбл Тёртл, как она называется? Я только сейчас понял, что как зовут мелкую кроличиху из Гамбла? Анаис. Анаис, она очень сильно похожа на кроличиху из Чаудера. Есть что-то чуть-чуть. Я понял, там черепаха делает. А, да, вот она. Все-таки как это черепах, как она? Почему здесь в комментариях не пишут ее название? Просто напиши, как называется черепаха, которая может двигаться шея. Черепаха. Паха. С вытянутой шеей. Это обычный черепахи, это не страшный череп. А, мягкотелые, кажись. А, да, это мягкотелые черепахи. Я поставил знак. Ой, в смысле, тебе же надо, убрал. Поставь знак возле костра. Около своего, да? А ты чего, убил чувака? Да, я его просто кинул, блин, в пропасть, нахрен летался. Ты все это время так мог сделать, что ли? Ну да, но я думал, я его смогу убить, а вот таки у него урон слишком много, поэтому я его не убью. Я поставил. Хорошо. Ляриху. Я помню, когда ты смотрел Жожи и скинул Ляриху, я ничего не понимал, что там происходит. Лары мои. По факту, Будет за. отреагируй, если сказал там, японский школьник в пустыне накормил ребенка говной с кашей. Чё? Чё это за порнуха такая страшная? А вот я вот здесь, тут это приключение самое масштабное. Ну что? Ну я поставил, это ты-то. А, я, вот тебе лайфхак, короче, бежишь на лестницу, вверх до двери и обратно, знак, скорее всего, будет. Я знаю, я так делал. Ну сейчас ты не сделал. Бой ДЗ. Знаешь, что надо? Шоколад. Или тут этого нету? А ты видео снимаешь, да? Или уже нет? Нет. А ты этого снимал, да? Нет. В смысле? В смысле, сам и начало не снимал? Снимал. Если у тебя завтра... Не, если я тебя сегодня не вижу видео, трейдер. Нет, стопудов ты снимал, хоть по крайней мере тот момент, когда мы это... Да, ну в начале Почему? года. Почему ты так думаешь? Ну потому что это идеальный момент. И чё? Ну сейчас же ты не снимаешь. Откуда ты знаешь? Ну, это логично. Ты не можешь только снимать, у тебя в этом же диск весь забился. Почему? Ну потому что 3 часа снимать это как-то не мало. Нормально.
тебя нет ни одного видео, которое 3 часа идет. Так мне кажется, будет на твоей воле. Я их разделяю по 50 минут. Будь на твоя воля, ты, мне кажется, снял бы их хоть 10 часов. У тебя там диск засоряется за 5 часов. Да, прошло только 3. Снимаю я. И сейчас, и тогда. Что с тобой? Снимаю я. Синий персик, как все. Тебя сколько память душ? Почему? А, меня грило Xbox призвал какой-то. Память душ, говоришь? 64-751. Нормально, умирай. Поставь знак, пожалуйста, блядь. Глаза слепают. Ты спокойно? У меня глаза слепаются почему-то. Ты что, спать хочешь? Блин, может это... Знаешь, если я как-то хотел собаку, ну, может, вместо собаки себе хотел черепаху купить. Классно. Знаешь, чтобы она просто стали... А лежала. Зачем ей нужна эта длинная шея? Она так жрет или чего? А, я не знаю, строение такое. Ну, наверное, ей так удобнее. Мне скорее интересно, зачем ей мягкое тело и мягкий панцирь. Ну вот, она будет просто чилить на столе, я буду приходить с работы, она там уже мертвая, лишь без воды просто вести на столе. Йо, ниггер! Мне кажется, а мне интересно, это ты меня призываешь? Да. А в реальности они тоже так делают? Нет. Или Гамбл врет. Если Гамбл врет, то и все. Гамбл врет, то все. Че? Ты хочешь сказать, что в американских школах не учатся шарик, картошка? Кактус, кот. Они там не учатся, но они там есть. А куда мне идти? За мной. Ну блин, логично, да? Куда мне идти? За мной. Короче, все, буду сидеть, начну пока. Да хочешь. Так ты где? Ну там, где появлялся преследователь. А, да, тебе же на преследователь. Чё-то никого не убил. Ну а отвечать не обязательно. Я занят умственной деятельностью. Ты на меня осталось тебе. Опять куркаться от него. Да я же курк! Я прям идеально курк! Нет, не идеально. Раз попал, значит не идеально, Роман. Блин. Эта игра не идеальна. Не тупи. Тупи. Да... О! Вот так и должно быть. Хотел сказать, сдох, да? Нет, нет, не сегодня. На. Ой. Что такое солнце, это небо? Осень. Что такое пес над облаками? Плачущее небо под ногами. Под облаками. Купец, тебе повезло. Для меня он тебя схватил. Не говори так никогда. Купец, тебе повезло. Это он, это... Ты видал, какой курок сделал, меня не ударил. Это что, игра багнула, говорит, типа. На меня ударил. Вот так. Я тебе говорю, как вот ты уже идеально должен куркаться, ты идеально куркнулся, но... У них, кстати, юбка, фу, ха-ха-ха, из кольчуги. Кстати, жалко, что его броню нельзя взять. А чё, нет его брони в игре? Нет. Она же крутая. Ну да, поэтому я, наверное, и нет. Зеркального рыцаря есть, хотя он тоже крутой. Да. Он как Центурион. Кто? Фу! Ну ладно. Кто? Он как Центурион. Кто? Да броня! Центурион, а? Как? Нет! Броня зеркального рыцаря, как Центурион. Смотри, иди за мной. Бабу. Смотри, видишь меня, да? Вот идем сюда, да, ставим небольшую сценку. Вот ты появился у костра. Да. Идешь сюда. Да.
Вот так вот прям вот идешь, да, вот так. Вот так прям так с тобой здесь в копилку. Так иди. Ой, нет, не сюда. Вот сюда. А! Убиваешь его. Потом вот так а идешь. Его? Дальше вот. Сюда идешь. Меч сломается. Сюда потом. Потом вот сюда. Вот сюда. Встаешь здесь, потому что если ты пойдешь вперед, они тебя затыкают. Ждешь, пока не придут. Ай. И что дальше мне требует? Убивать их. А-а-а, я думал, у тебя какой-то план. Ну ты понял, ну знаешь, как обычно. Теперь идем сюда. Да уйди ты! Уйди! А, здесь крестки есть? Нет, вот смотри. Идешь за мной, да? Ну, когда ты будешь у себя, ты будешь один, да? Вот. Вот сюда, короче. Открываешь эту дверь. Не, это я знаю. Вот сюда, да? Вот чувак, да? А, он довольно-таки легкий. Хотя много урона носит. Убиваешь его, да? Потом наверх. Если платили мне каждый раз. Потом вот сюда. Тут нет лута. Что грустно, кстати. Еще он там находится, во-первых, некрасивые текстуры, а во-вторых, да. Лежит гигант, у которого есть лицо. А видно то, что эти скопированные текстуры, знаешь, ну просто так подряд одинаково. Да, я про это и сказал. А здесь почти вообще Дарктус так на задних планах. Потому что это задний план. Мне, короче, первый Дарктус ассоциируется с бледно-зеленым цветом, таким, знаешь, сине-зеленым, мрачным. Там везде. Короче, с желто-зеленым, а третий с синим. Смотри. Потом заходишь сюда. Сейчас ты пропадешь, но, короче, после того, как ты пройдешь, ты дальше там идешь. А у тебя же не должен быть преследователь. Да. Он у тебя есть. Нет. Видишь, ты не можешь пройти. Вот, короче. А, я ты знаю, вот так же... дальше птички идти. Да, нет, сначала справа, да, можешь броню взять, а можешь сразу к птичке. Так это я знаю, ты что мне напоминаешь. Да вдруг ты забыл. Это пойдешь убивать этого броника Денниса. Ты кто? Который меня убивал. Ну давай. Ладно, сейчас тогда жди знак. Жду. Около костра? Да. Что такое солнце, это небо? Небо, вот и ты над облаками. Да, я смешной. Скажешь, а фу. Нет. Я поставил знак, Ромчик дурак. Ты микрофон зацензурил, нельзя такие вещи говорить. Ты микрофон зацензурил, нельзя такие вещи говорить. Я микрофон затензю такие вещи. Ты что? Ничего такие вещи говорить. Я все маме твоей рассказываю. Не надо, не рассказывай. Ты че за спектакль? А почему ты маленький знак поставил? Смотри. Все началось с того, что разработчики создали игру. Они программировали код, да? Это значит, как видео где-то, как создать папку, которая 2 часа Все началось с того, что люди родились, да? Потом им нужна была система, они создали Windows. Ну так вот, была игра, да, изначально. Они сделали ее, добавили механики, типа вот угля, вся херня, да? Так, стоим, мы туда идем. Да. Угля, вся херня, там, типа, круто, да? Все радовались, ну они радовались, что они создавали, люди еще не видели, да? Они такие, так, ну смотри. В первой части есть только большой мелок, да? И не видно это, что когда босса уже убил, не видно, да? А знаете, что было бы круто? Если было бы видно! Однако, это будет не очень честно, поэтому мы сделаем так, что этот мелок будет маленьким. И еще вдобавок... Где открой дверь? Еще вдобавок... А будет ограниченное время, и награда будет даваться за него другая. Так и появился маленький белый мелок. Это маленький белый мелок появился, а почему? А, чувак типа не появится, если с большого мелка призывают? Если боссов нету, большие знаки не видно. А, все, я вспомнил то, что мы босса убили. Так. Сейчас убьем сначала тут чувачхелу.
Ну, я так уже исчезну, мне кажется. Я, кстати, до сих пор в эту дверь не ходил. А что это в конце игры? Ну, это круто. Видишь, сколько ты ему, сколько я ему, блин, урона нашел? Копейки. А сколько? Ну, видишь, сколько ты? За два удара 500. Я... Так, ты, ты меч, ты ски меч дал, я не знаю, что ты с ним делишь. Это нахрен не нужно, чё, видишь? Ну там говно, вон там тоже. Вон впереди, вон, вон, вон там, вон там. Ты чё? Мне кажется, не круто, что Dark Souls можно понять, что мимика это или нет, только по одной цепочке. Ну, он, может, короче, было, они кто... могли сделать хотя бы по разнообразию, хотя бы, знаешь, либо цепочка идет вперед, либо умные мимики, которые ее глотают, и типа видно, как они во рту видели. Да, или что они просто видно, надо посмотреть, как они дышат, что они дышат. А то не круто, что просто смотришь на цепочку и все. То есть мимики как бы умирают. Особенно в первую часть. В первую часть, если ты знаешь, что это мимик, а там по той же цепочке смотришь, пока он встает, у него очень долгая анимация, ты просто... Жалкий. А, нифига себе, можно его броню взять, вот этот глаз зеленый? Да. Серьезно? Да. А где ее можно взять? Потом. Ну где? Потом, там, в конце игры. А, в конце. Ну, ты, если что, напомнишь. Чтоб потом переодевашки были. Переодевашки будут всегда. Бабу. Бабу. Щи-щи-щи. А где черепаха? Какая? Ну, здесь должна быть черепаха. Только в начальной версии игры и в трейлере тоже. Трейлер, ну, трейлер, кстати, прикольный момент, где он всегда спускается. Mm-hmm. Там темно, прям ужасть. И прикольный момент, где клетки висят, а где динозавр. Mm-hmm. Это в конце игры. Ну, разработчики спойлер. Нормально ты. Просто сломал игру анимацию, разработчики не старались кропотливо. Господи, земля. Что? Лоу. Да как? Размах дубины 360 градусов. Да это не умирай там. Ставьте ему физкультуре 5 360 градусов, опять сдав своей дубиной. Хм. А их там трое? Да. А, ну да, это классно. Нет. Не умери там. Черепашки не знали. Не умри там. Вот был бы актуалочка, если бы был 4, одной были катаны, другой. Ну то есть круто, если бы были катаны. Черепах? Да. Не только дубина, а там мечи еще какие-нибудь. Да, если бы они еще как ниндзя прыгали. Было бы забавно, кататься бы умели. Это было бы даже не забавно, а круто. А, круто. Они медленно туда меня. А че все на меня? Потому что ты крутой. Ты приманил его удар на меня. Сложно, сложно. Почему так сложно? Непонятно, непонятно. Это древо навыков, что-то спэм, чё это такое? Это я играю в любую игру сложнее. Не знаю. GTA. Фух, блин, так, идем за мной. Я не понимаю, зачем Final Fantasy прокачивать. Навыки героев именно по их хобби, типа у Ноктиса рыбалка, у другого фотографии, другого кулинарию, третьего убивания. Вроде как спать. Это ж круто. Смотри, короче, вот сюда вперед, налево, в проход, и там будет костер. А, где... Заново. От великана давай. Ну, вот выходишь на улицу и сразу налево. Ага. Идешь просто по левой стороне, и там вовнутрь. Ага. Там еще один проход туда. А, все. Да. Тебе помочь убить броника Дениса? Да, да. Ну, вот, он, наверное, уже вторгся, не? Да. Я еще поставлю маленький значочек возле костерочка. Девочки. Ай! Тупой броник! Еще бы чуть-чуть, я бы на геймпад разлил нафиг чай. Я на штанину все разлил. Я просто беру чаёк, я не думал, что он сюда войдет. Он берет такой. Hello there. И я, значит, пугаюсь и лью чай. Прям себе на штанину. Он меня сейчас уже убьет. Я еще и блок не могу ставить. Он меня убил, мне бэкстрит поставил. Так, я на геймпад не пролил? Нет.
На штанину только. Ты костер развлек? Развлек, да. Ты костер развлек? Да. Какая крутая тень, смотрите. Прям настоящая. Он здесь постоянно будет вызываться? Да. Тень прям какого-то крутого персонажа, так, с двумя мечами. Вау. Мне использовать фигуру? Да. Только куда быстрее знак, кстати, чтобы он меня. Я уже поставил. А, да, я вижу, маленький, да? Да. Как мой? Ой, ты сам сказал. Ой, 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 десяточки. Ой, 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 ой. О, здорово. Это ж гаён на груш. У тебя другая броня. Это расистский мультик, не сказал бы. Точно такая же, какая была. Эггерс из звезды Рейсис Картун. Эггерс. Может, просто толкнем его? Давай драться. Да блин. Ты пусечка, давай драться. Че, здесь офигел? У него довольно-таки много здоровья, урон тут. Уф, а я потом так же смогу? Да. Если не буду. Не, если не буду полностью за мага играть, а за мага воин. Ну так он и есть маг воин. А-а-а. О, нормально у него там это гипербронь или что? Да. Я вот добил. Так, смотри, мы убили его. Так, теперь куда пойдем? В хейт или в этот? В бухт? Да. Лучше в хейт. Мне не нравится бухт, она меня бесит. Пошли в хейт тогда. Почему мы не всю эту местность изучили? Или здесь только враги, больше лута нет? Больше лута нет. А, не, есть, там сундучок есть, но там, в принципе, особо нет ничего. Там только броня, это кожаная и все. А, ну нафиг мне это кожаная броня. Из первого второго так взялся, да. Нафиг, кожаная броня нафиг. Скажите, девочки. Долго мы будем есть замороженный виноград? А что, тебе уже не нравится? А да. Смотри. 18, то есть 9. Что? Ух, сколько уровней-то? Я могу себе 13 уровней прокачать. Красота. Красота-то какая. Ляпута. А ты не знаешь, сколько ты. Из Иван какой-то там меняет профессию. Иван Васильевич. Да-да. Стоп, а ученость мне надо и интеллект. Интеллект. Ну смотри, у меня они оба по 10, это норма. Ну, не, ученость надо, короче, чтобы было 20 в идеале, а интеллекта 40 и 30. Да нет, в конце игры, а сейчас, значит, к началу-то хотя бы. Ну, у тебя сколько, написано ячейки, сколько у тебя ячейки? Одна. Сделать, качай, что пока не будет две, этого будет достаточно для начала игры. Это нужно качать интеллект или ученый? Ученость. А, ну вот ученость, вот две. Все, значит, тебе надо интеллект до 15, и все, можно уже потом не качать, а потом дальше. A man who got a very specific. You're in a dance, my child. I'll give a pulse and you'll be. Pussy. You're in a dance, my child. Pussy. Pussy. Ну это только ты и слышишь в своих песнях. Pussy. Наступит ночь. Пусу. Чё там дальше пойдёт? Я так сильно буду ждать тебя. Наступит ноль. И эта музыка, музыка нас сводит с ума. Секси лей, секси бойс, пучо хензап. Пучо, это она и есть. Пучо, пучо. Пучо hands up. Да. Секси лейдис, секси бойс. Пучо hands up. Пучо hands up.
пучо, пучо. Я тебе прям дословно сказал. Слово в слово. Я что, до сих пор ключ у бабули не купил? Что за школа? Без прикола, без прикола. Это просто не школа. Нахрен сидеть, я дальше не знаю текст. Учить или же... А, нет, да. Можно спокойно по карты играть. Или сразу... В общем, делай, что хочешь. На английском там... Oh, fuck! Fucking school, you fucking country, bitch, bitch, motherfucker, yo! Fucking school, it's not cool. If you're not cool, we're gonna change the rules. Fucking school, fuck, bitch. Это ж не герпай. I fucking hate because fucking change something. You fucking school, we're gonna change the rules. Хватит дышать, блин. Хватит. Куда я? Чего? Иди. Тебе? Ну, ты хоть тебе, куда? Хейду. А, да. Не, не Хейду, я же это... Что? А мы... Что? Что? Мы... Что? Да хватит. Что? Сейчас скажи, Зим. Что? Ну! Тихо, ты мышь, что? По-моему. Что? Да я понял, что ты хочешь поинтересоваться, что я хочу сказать, да я? Что? Я сейчас забуду, сейчас забуду. Что? Да. А, о, все тихо. Что? Да. Сейчас забуду, сейчас забуду. Ну? Не-не-не, забываю, я знаю, что помню, забываю. Тихо, надо просто сказать, просто сказать. Я забыл настолько то, что в мыслях есть, а на слух я уже не могу сказать. Чё за пипец происходит в моём мозгу, тихо. А, во! Что? А разве не надо к птичке идти? К птичке, это к этим. Ну да, так разве не надо сейчас туда идти? Ну, если хочешь. Ну, в смысле, а куда мне лучше сейчас идти, к Хейдам или? Ну, вообще, лучше туда сходить, потом к Хейдам, потому что там ты сундуки откроешь, и можешь оттуда идти спокойно. В сундуках там лежит ключ. Алло. This is for me, and body do love. Alone. This is so from this perspective, this is blood issues. Здравствуй, это для меня и кровавые ботинки. Это перспективно круто. Кровавые кроссовки. Шуси. Шуси. Смотрите, я Ромчик, ту-ту-ту-ру, у меня... Да, я Ромчик, да, я Ромчик, как же Ромчик жить, да, я Ромчик. Не издеваюсь, что ты. Да, я Ромчик, да, я немножко Ромчик, но всё-таки я же... Человек. Ну да, я Ромчик. Ну и что? Я ж просто Ромчик. Гори в аду, давай. Не понял. Вот сейчас спорт, реально. Я. Вот сейчас реально не понял. Хе-хе, не понял. Дима, что ты включаешь? Ну, не знаю. Вот сейчас не понял. Я как он там, ну, типа такого, короче. Ну, он такого. Ну, сейчас не понял. А ты знаешь, где взять можно маракуму? Монокуму? Маракумо. Where знаю. I can take it. Это маракуя плюс монокуму. Маракумо. Я знаю, где взять саблю часового, а где вот взять маракуму. Монокуму, короче, а, нет, это в третьей части маракуму. Ну, в смысле, можно взять, где я знаю. А во второй части маракуму. Можно взять у этого же, наверное. Как его зовут-то? Что? Макдафа. Дед Макдаф. Я помню. I remember. I do remember. Позамромчик, September. And I'm trading your mind, December. Так, я забыл, куда идти. Вспомнил.
Stranding Human. Я просто Ромчик. Не беспокойтесь, я Ромчик. О, я же. Ромчик еще не владеет. О! Взял в стойку эти сабли. Каким образом в начале игры можно что-то в стойку взять? Нужно прокачать. Сейчас прокачиваться только 19. Да. Нет. Да. Нет. Как некий прям. Да. Да. Сейчас за ноут буду Final Fantasy 6. Знаешь, ладно, круто, будешь сидеть до 10, в смысле до 12, и проснешься в час умра. Я клонил к тому, чтобы мне будет одновременно круто, потому что на рынке прикольно. А в то же время я опять, наверное, буду страдать из-за этого тупизма старых игр, которые сложные. Причем это даже не из-за кривизны, нет, именно самое страшное, что так и задумывалось. Чтобы больше играли. Дольше, в смысле. Я Роман, я беру мужиков за дзюдос. Я делаю так, не знаю. Но я Роман, как тяжело быть звездой. Правильно. Из-за вот звука вот этого черепаху ударил. Прям идеально по таймингу. О, дежавю! Пути-пути-пути! Не, сейчас нет. Ага. Дежавю! Капец! Короче, ты сказал, ока, сказал, ага. Дежавю так страшно. О, дежавю. Пути-пути-пути. Я взял фигурку спиной. Че, типа круто или что? Just a little bit, ладно, Ромчик, я пойду. Да? Забросил. Ты чё, дебил, что ли? Стоп. Не может быть. Не может быть. Чё? Стоп. Сохранения стёрлись. А, фух.